И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Silent Hill 2, оригинальную PlayStation 2 версию. На уровне сложности легко, и на уровне сложности загадок тоже легко. Так, мы остановились с вами на стоянке. На стоянке мы с вами остановились, давайте продолжать. Я чуть-чуть убавил громкость, так как я подумал, ну, посмотрел, вроде музыка слишком громкая была, вот эти вот, чуть-чуть убавил. Так, ну что ж, выходим отсюда и направляемся дальше в тот злосчастный, по этой злосчастной дороге. Так, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Так, у нас тут какой-то проход есть. Так, мы куда-то зашли. Так, что это за пятна? Надо быть все внимательно осматривать, потому что можно спокойно что-то пропустить. Давайте пешком пойдем. Так, и какой-то странный звук. Ну-ка. Что у нас там такое? Так, и у нас первый враг. Первый враг. Вот у нас есть деревянная доска. Ну, тут, наверное... Ну да, деревянная доска с гвоздями на конце. Слабое оружие, но простое и легкое. А, вот так вот атаковать, да? А я не на ту кнопку. Так. Тогда мне надо кое-что изменить в управлении. Непривычно, потому что на R1 отход. Так, нет, так не пойдет. Да, давайте изменим управление. Если у нас есть, конечно, варианты. Так, я вот хочу шаг вправо. Нет, на R2 хочу, а прицел на R1. А шаг вправо на R2. Поставить шаг влево на L2. Режим осмотра на L1. Вот так вот я хочу сделать, да. Так, идти поворот. Смотреть вокруг. Так, отмена. Треугольник, кружок, квадрат. Ну пусть будет так. Да, давайте изменим настройки. Давайте сейчас я проверю, как оно будет. Вот, на R2. Да тут еще и разворот быстрый. Так, вот на R1 я замахиваюсь. Так, а на L1 я могу посмотреть. Окей, так, что у нас здесь есть? Давайте смотреть. Фонарика у нас пока нет никакого. Что?
труп. Неужели это то существо? Что происходит в этом городе? Так, давайте выходить отсюда. Oh, yeah. This thing broken? Better take it anyway. I might need it. Так, мы взяли радио. Нет, не та кнопка. Так, вот. Инвентарь, все забываю, что на старт у меня. Радио. Портативный радиоприемник. Фонит, когда рядом монстры. Да. Ух ты, мы даже можем громкость ему прибавить, убавить. Его нельзя было сделать в первом Silent Hill. Хм. Так, и куда нам теперь направиться? У нас есть деревянная эта палка. Куда идти? Так, где мы сейчас находимся? Давайте посмотрим. Ладно, давайте бегать по городу пока, в принципе. Куда мы не могли пойти, вот помните ту дорогу? Наверняка нам туда теперь надо отправиться. Складывается у меня такое ощущение. Но может я и не прав, может. Так, а тут у нас... напиток. Как я его мог пропустить раньше? Так, и тут еще один этот силон. Ах ты сволочь. А ну получи. Так, тут еще есть, да? Ах ты тварь. А ну получай. Черт, он меня ранил, гад. Давайте посмотрим, как мое состояние. Ну, в принципе, нормальное. Хотя, конечно, нельзя им давать меня бить. А, вот так вот я могу быстро отбегать. Так, есть ли у нас здесь что-то? Вот что я хочу знать. Да, и теперь эти тени, силуэты будут повсюду здесь. По всему городу ходить и меня напрягать. Так, ладно, давайте взглянем на карту. Куда идти? Кат-стрит. Вот туда, кажется, да? Или нет? Ага, здесь была ленточка, но теперь ее больше нет. Мы можем здесь идти. Бежать здесь можем. Так, окей. Давайте держаться с какой-то стороны. Так, еще две этих хрени. Сволочь. Вали от меня. Так, как у меня с ХП? Вроде еще нормально, да? Ну получай. Так, где? Где эта хрень еще одна? Где ты? Вот она, вот она. Куда пошла? Куда ты идешь? Лежать. Ах ты сволочь. Куда ты от меня уползаешь? Добей ее уже, Джеймс. Вот так вот. Так, что у меня с ХП?
Черт, моргает. Даже не знаю, насколько это трагично уже. Так, ладно, бежим по этой стороне, осматриваем все здесь. Кстати, можно их и не убивать, в принципе. Так, что за хрень? Ага, можем туда сбегать, да? А можем туда не бежать. Давайте пока не будем в тот переулок бежать. Посмотрим по этой улице пока все. Так, кафе Мист. Кажется, еще одна хрень. Что за хрень? Кто здесь? Так, тут еще мы на какую-то улицу выбежали. Ладно, давайте теперь по этой стороне пробежимся. Наверняка что-то может здесь валяться. Так, где? Еще одна хрень, иди сюда. Опять она от меня ползает. Да куда ты пошла? Добивай ее, Джеймс. Че, все что ли? Сдохла? Вроде сдохла. Так, что у нас здесь было? Вот какой-то переулок. Давайте на карту взглянем. Так, а здесь мы не были, да? Мартин Стрит. Или были? Вроде были, как же не были? Мы же оттуда пришли. Ладно, окей. Побежали в другую сторону. Обратно. Так, опять что ли? Опять где-то хрень. Так, кто, где? Вот она. Куда ты? Ну, стой. Стой, я пишу. А, встал, да? Давай ее. Гаси ее, Джеймс. Так, что здесь за машина была? Белый фургон какой-то опять. Ладно, смотрим здесь все повнимательней, чтобы ничего не упускать из виду. Так, тут какие-то двери. Много-много, слишком много тумана. Опять где-то. Где ты, блин? Стой, иди сюда. Учи. Да, ты опять ползёшь. Лежать, я сказал. Лежать. Непонятно, что ли. Охреневшая тварь. Так. Продолжаем осматривать эту вот сторону. Здесь что-то слишком много все. Слишком много тумана. Давайте по этой стороне. Так, мусорка, бочки. Вот, все. Тут вроде бы тут уже тупик. Что? Дорога блокирована. Дальше мне не пройти. Так мне не добраться до парка. Придется найти другой путь. Хм. Да, вот здесь мы уже пройти не можем. Так, какие-то машины.
Окей. Так, чё за зеленая дверь? Никакого внимания. Ладно. Так, а тут что у нас? Закрыто, да? Здесь у нас открыто, но... Джеймс, ты точно туда зайти не желаешь? Открыто же. Почему ты не заходишь, где открыто? Так, сюда не заходит. Нет, не заходит. Так, а тут у нас что за двери такие большие? Так, и развилка какая-то, да? Судя по всему. А, это Cut Street, собственно говоря. Так, а мы по Катсу так и не добежали дальше, да? Давайте сбегаем. О, аптечка. Люди, это аптечка. Я нашел аптечку. Так, что-то еще? Напиток. А, нет, это патроны к пистолету, не напиток. Так, что здесь еще? Дверь какая-то. Хм, но тоже никакой реакции на дверь. Так, и мы продолжаем, продолжаем. Давайте взглянем на карту. Так, где-то еще хрень вылезла. Где ты, блин? Где ты, черт тебя подери? Ладно, черт бы с ним, побежали дальше. Ты кто такой? Таракан какой-то, гад. Уже тараканы какие-то пошли в ход. Так, что? Что такое? Похоже, что замок сломан. Я не смогу открыть его. Хм. Понятно. Так, тут у нас мусорка. Куда это все ведет? Закрыто. Замок очередной. Так, тут какая-то дверь. Дорога блокирована, дальше мне не пройти. Так мне не добраться до парка. Придется найти другой путь. Дверь, скрипящая в темноте, открывает путь к кошмарам. Тут какая-то подсказка. Сволочь. Ну что ты? Да подыхайте уже. Так, вот вторая штука идет. Получай, гадина. Подыхай. Куда ты собрался? Давай, кончай ее, Джеймс. Сволочи. Так, давайте посмотрим. Здоровье мое уже сильнее. Моргай. Так, у меня есть пистолетные патроны. Патроны к пистолету. Но пистолета пока самого нету. Так. Дверь, скрипящая в темноте, открывает путь к кошмарам. Что бы это могло значить? Хорошо, да, давайте бежать по этой вот стороне. Теперь. Может, что-то попадется нам интересное? Да
Наверняка я что-то пропущу. Потому что игру знаю плохо. Давно уже не играл в Silent Hill 2. Так, что за код такой? Какие-то цифры. 6, 1. Нет, 5, 3, 1. А, 5, 3. Тут какие-то цифры. Джеймс, ты не хочешь ничего сказать? А, или это слово какое-то написано? Так, ну тут тоже дверь, но ничего это не значит. Так, это я уже куда? На Нелли Стрит, да, уже вышел. Так, где-то хрень еще одна. Хрень, ты где? А, идет, вот. А ну получай. Все, оно сдохло уже давно. Давай, Джеймс. Добил ее, отлично. Молоток. Так, что здесь у нас? Тоже все закрыто, да? Здесь закрыто. Так, пока мы видели с вами замок. Что-то из примечательного такого. Ах ты сволочь. Куда побежал? Получай, урод. Да, опять уползаешь от меня, сволочь. Сдохни ты, все сдохните в этом городе. Так, что тут у нас еще есть? Да, улицы такие довольно-таки длинные. О, аптечка. Замечательно, аптечка. Так, а как я себя чувствую? А, это я по Нелли Стрит, да? Бегу все еще. Так, ну, моргаю я. Так что я не знаю, насколько это критично. Так, давайте дальше бежать, окей. Так, тут опять кто-то. Опять я кого-то слышу. Так, вот, вот здесь вот проход закрыт. Судя по всему. Ну хорошо. Давайте по этой стороне теперь пробежимся. Посмотрим. Так, я куда-то прибежал. Бургер. Хэппи бургер. Тут у нас вроде... Нам надо сюда зайти. Так, вот еще одна. Ах ты сволочь ты. Мерзкая. Кончайся уже. Так, вон она еще на той стороне ходит. Ну получи. Сволочи. Сколько вас здесь расплодились. Так, Хэппи Бургер. Что он мне дает? Что? Давайте попробуем зайти в него тогда. Так, тут у нас аптечка есть еще. Замечательно. Берем аптечку. А, мы не можем зайти в Хэппи Бургер. Понятно.
Так, где я сейчас нахожусь? Сандерс. Давайте по Soul Street, наверное, пробежимся. По Soul Street. Там была такая улица. Вот она. Да, и тут еще, походу, есть эти хрени. Кончайся. Ах ты сволочь. А ну подсохни. Отдохни отсюда. Добиваем эту тварь. Так, что у нас здесь есть? Какой-то домик. Вполне себе такой. Дорога заканчивается, да? Да, дорога заканчивается. Закрыто. Просто закрыто. Возможно, мы найдем ключ в будущем. Так, а здесь у нас есть дом на колесах, да? Как он называется? Давайте зайдем. Сюда мы можем зайти, да. На диване лежит записка. Я буду ждать в баре у Нили. Так, где этот бар? Ага, Нили бар. Собственно, я перенес его на свою карту. Так, что у нас здесь есть еще? Мы можем сохраниться, да? Завершить серию. Ну, давайте сохранимся. Но серию завершать пока не будем. Дом на колесах, все правильно. Так, пойдем мы отсюда. А, вот здесь выход у нас, да. Так, куда бы нам еще сходить? Куда бы нам сходить еще? Так, тут все в тумане просто. Так, ладно, бежим дальше. А, вот тут у нас тупик. Так, а мы по Нили Стрит не пробегали, да, по какой-то стороне? По Сандер Стрит мы еще не пробегали. Нам есть еще где побегать в этом городе, прежде чем идти в бар. Думаю, такие... сюжетные вещи мы будем оставлять напоследок. Пока можно, в принципе, поизучать город. Так, где я сейчас? А, я уже на Сандер Стрит, да? Так, а по Нили Стрит я тут пробегал разве? Я не помню. Так, почему такой ракурс камеры? Почему? Вот здесь вход, что ли? А, вход здесь, да? Давайте пока не будем сюда заходить. Просто побегаем, посмотрим. Что у нас еще тут может быть? Так, я добрался до другой улицы. До Кат-стрит, да? А, вот там мы не могли пройти где-то. Кажется. Ладно, давайте вернемся на Сандер-стрит.
Так, и посмотрим, что здесь у нас может нам встретиться. Так, это что у нас? Напиток, напиток. Берем напиток. Так, сюда он заходить не желает, да? Не желает. Ну окей. Окей. Так, опять эта хрень. Иди сюда. Так, где-то еще одна хрень это? Где ты, хрень? Вот она, сволочь. Чё, думаешь, обманешь меня? Ну, получай. Давай, Джеймс, её... Кончай её, Джеймс. Ну, получи. Так, что-то слишком много тумана сейчас. Кто еще тут? Где кто? Так, вот еще хрень. Иди сюда. Куда? Куда ползешь? Ну получи, сволочи. Так, задолбали уже. Так, это куда я вышел? Тут у меня развилка, да? На какую улицу-то? На Мартин-стрит, да? Давайте пока по Сандерс побегаем еще. Посмотрим. Вот по этой стороне побегаем еще. Так, какая-то дверь. Необычная. Так, тут какой-то магазин у нас. Так, а вот и пятна крови, кстати говоря. То есть мы тут были, что ли? Так, что у нас здесь? Стоять? Так это я вернулся. А, это я вернулся. Вот оно что. Да. Значит, мне не сюда. Хотя вражина тут уже появилась. Надо сказать. Так, что здесь у нас? Здесь у нас тупик. Точно, тут тупик у нас. Иди сюда. Чайник и кусок. Кончайся уже. Давай, Джеймс, гаси ее. Так, куда бы дальше мне пойти? Куда? Все ли я здесь проверил? Надо знать точно, наверняка. Так, что это за надпись такая? Ничего это не значит. Понятно. Так, а где я тут переулок? Так, это я до бургера добежал, да, уже? Так, вот у меня переулок Мартин-стрит был. Давайте по нему побегаем тогда. Свернем сейчас налево. Посмотрим, что у нас здесь есть интересного.
Мартин Стрит. В принципе, небольшой такой переулок. О, напиточек. Берем лечебный напиток. Так. Мы сюда можем войти? Нет? А, стоять. Очень похоже на одно место, но только похоже. Судя по всему, ничего, да, у нас тут нету. Надо осматривать все хорошо. Так, где мы оказались? Мартин Стрит, да? Так, вот по Линси мы оттуда приходили, да? Стоп, а там у нас что находится? А, вспомнил. Так, кто-то еще не сдох. Пять, семь, шесть. Что это такое? Так, кончайся ты. Вот, 5, 7, 6. Что у нас здесь такое-то? Ничего. Вот здесь ленточка снята. Так, Линси. Так, а что у нас налево было? Что у нас здесь было-то? А, или я отсюда вообще, я отсюда пришел. А, понятно. Понятно. Это вот здесь вот, значит, да? Угу. Так, давайте пока так бежать будем. Надеюсь, я ничего не упускаю из виду. Хотя кто меня знает? Может быть, я что-то и... Да, пошел, а? Не получай, поразительно. Ах ты, сволочь. Сколько их здесь, вы посмотрите только. Яй. Так, добиваем ногой. Иди сюда. Неужели я здесь не пробегал? Куда пошел? Куда тебя несет? Черт. Ты ёлки-палки. Куда ты убегаешь-то? Где он сейчас? Я его не вижу из-за дерева. Где он? Вот он. Ну получи. Бежать.
Сволочь. Там еще один был, недожаренный. Так, неужели я здесь не пробегал? Какая-то... Дверь какие-то незнакомые. Не помню, чтобы я их видел. Так, опять ходячий, что ли? Получи, сволочь. Дерьмо. Так, пятна крови. Так, оттуда я вообще приходил, да, получается. Ладно, побежали в бар. Сейчас все равно больше я не вижу других вариантов. Так что бежим в бар. Так, где это у нас было? Кажется, здесь, да? Надо бежать. Кажется, здесь. Никого больше тут нету? Сволочи. Так, этот переулок мне не нужен. Бежим дальше. Так. А этот обрыв разве я не видел? А, я не... Блин, я не в ту сторону побежал вообще. Черт, мне же в бар надо. Игра. Куда ты меня привела? О, стоять. А что здесь у нас? Здесь что-то написано. Жаль, я не вс... Жаль, я не все могу прочитать, потому что поверхность стерта. Остатки болота. Троф земли вокруг этого тайника изначально были болотом, но потом С давних времен болото называлось кровавым, потому что лачи сливали в него воду после мытья свои. Возможно, по этой причине многие люди утверждают, что видели в этих местах... Так, что здесь нужно сделать, чтобы можно было прочесть? Не помню я. Так. Опять кто-то ходит. Так, а моё ХП уже не очень хорошее. Так, ну кто, где, кто еще не дожарился? Где ты? Вот ты где, да? Ах ты, сволочь! Сдохни, тварь! Так, давайте на карту взглянем. По Кацу мы, в принципе, если мы сейчас побежим, да, потом налево и до бара вот так вот мы добежим, в принципе. Давайте сейчас бежать тогда будем. Так, вот сейчас вроде здесь, да? Теперь налево, да?
Так, где этот вход я видел? Игра, где? Стоп! Да куда меня опять принесло? Я вообще не в ту сторону бегу сейчас. Замечательно, блин. Нет, не в ту. И опять кто-то еще жив. Где ты? О, таракан какой-то. Ну, где? Черт, не вижу я ни хрена. Вот так вот я бегу прямо, и я до бара добегаю. Так, все, бежим к бару. Пошли они все к черту, достали уже. Так, где-то здесь, да? Да, вот здесь вот. Кстати, а тут у нас вход не работает, что ли? Да, здесь почему-то закрыто. Вот здесь у нас вход, собственно говоря. Вот дверь. Все, заходим. Нету фонарика никакого. Так, что у нас здесь? Здесь есть карта. Опа, и у нас что-то помечено на карте, да? Какие-то обозначения. Что это за знак в конце улицы Мартин? Так, где у нас улица Мартин? Да, вопросительный знак. Давайте тоже отметим себе. И Woodside Apartment. Я перенес его на свою карту. Так, что здесь есть еще? Здесь была дыра, теперь ее нет. Хм, что бы это значило? Так, ну ладно, пойдемте сохранимся, что ли, завершим на этом серию. Так, выходим на улицу. Так, а где я фургон тут видел? Точнее, дом на колесах. Где он был? Не помните? Пол стрит. А, Пол стрит, да. И у меня это место обведенным почему-то значится. Так, я правильно бегу сейчас? Да, вот Пол стрит. Вот здесь я это видел. Так, вот тут где-то. Вот он, дом на колесах. Так, а здесь тупик, да? А, здесь просто закрыто. Просто закрыто. Так, ну ладно, заходим в дом на колесах. Давайте сохраняться и завершать тогда серию. В общем, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока!